На конкурс черных в 14-м выпуске попали только девушки. Мира Борисова, Марина Шмалько, Ирина Маленко и Марина Копчук. Сеанс одновременной игры. Именно так назвали эту битву черных судьи Мастер-шеф. Так получается, что любители в черном будут готовить параллельно с судьями, которые специально разработали свои авторские и сложные блюда. А кулинарам нужно будет сделать их точные копии. На это задание судьи отвели сами себе 45 минут, а аматорам уже 1 час и 15 минут. Черным по условиям конкурса можно было рискнуть и повторить все три блюда судей. А можно было и одно, главное, чтобы оно не было хуже оригинала. Готовить участники и судьи начали одновременно. И таким образом Марина Копчук готовила по рецептам Эктора и Владимира, и она единственная смогла удачно повторить сразу два сложных блюда. Ирина Маленко и Мира Борисова копировали блюда Ольги Мартыновской, и результаты их стараний также удивили судей своими вкусами. А вот Марина Шмалько решила готовить и два блюда, и оба у нее не удались. Поэтому в 14-м выпуске кухню проекта покинула именно она. А на этом все. Услышимся!